Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды, друзья мои. Так, и мы получаем. Так, сюрикены, голубь Пит, золотые осколки и 75 платиновых. Плюс здесь награда. Ну что, друзья мои, я, конечно же, к самому началу отката не успел, потому что я только проснулся, ребят, на моих часах 4 часа 50 минут. То есть на 50 минут я киморнул. Поэтому у нас будет сейчас, ну, буст с задержкой, так скажем. Ну что, пойдем, наверное, сразу же в бой. Уже потом будем делать ежедневки всякие и тому подобное. Так, давай-ка посмотрим. 11-11. О, есть. Было. Давай. Вот. Ну что же. Раз, два, три. Поехали. Самое начало, поэтому все будет, конечно же, изи. Да вообще, первый день у нас проходит всегда на изи. На то он и первый начальный, только лишь, как говорится, бой. И так далее, у нас тоже пойдут легенькие, потому что противник будет слабенький, мы будем крепенькие, и, соответственно, у противников никаких шансов не будет. Так, попробуем, да, 11-12 находим. Тут, я смотрю, опять Макмен, опять же стоит Пит, с ними рядом Хан, Чингисхан, поэтому ничего абсолютно страшного нету. Массовые атаки, конечно же. Одного за другим мы укладываем баньки. Ну и пойдем, конечно же, дальше. Так, воин 3 звезды. Позиция у нас 89-я. 12-13. Так, уже, ребят, 4 персонажа. Третий поединок, а у нас уже 4 перса. Погнали. Так, Лео, Донни, Рафаэль и Рокстеди здесь у нас. Ну-ка, давай так сделаем. Да ладно, Рафик, ты выжил? Каким таким чудом ты умудрился выжить, а? Вроде не отличался, как бы, своей крепостью духа. Ну, а мы уже в элите, и позиция у нас 89. То есть ровно 100 ступенек мы пролетели. Сейчас попробуем найти 13. Во, 12-14 надо было, ребят, брать. 12-14, ищем. Ну что ты? Блин, ребята, вот, 12-14. Кто ищет, тут всегда найдет. Ой, что-то нос зачесался. Сейчас чихну, наверное. Щикотно. Да и то, ребят, проснулся, потому что будильник заработал. Раньше никак не мог. Такая духота в квартире, ё-моё. Трэш. Ну вот, здесь тоже у нас все хорошо получилось. Водички-то хоть есть у меня? Нету. Стакан абсолютно пустой. В плане. Это что за фокусы? Зашибись. Зашибись, друзья мои. Ладно. А, вряд ли мне дадут, конечно, сейчас 13-15. Да, ребята, знаете почему? Потому что мы не перешли. На следующий ранг мы не перепрыгнули, поэтому фигушки мне, как говорится, здесь не хватило совсем маленечко. Печалька. Ну как, Кирби? Поехали. На. Получи. Выкуси. Лечиться побежал, да? Побежал лечиться. Бумс. Молодец, Кирби. Такой страшный, так он выглядит мерзко. Как мелкий какой-то гоблин или кто, я не знаю. Не, не мелкий гоблин, а мелкая горгулька. Так, ну что, элита у нас 2 звездочки. А вот 13-15. Столько стоило перейти.
И все, друзья мои. Ну и как ты понимаешь, у нас фулл команды. Получается 5 персонажей. Отсюда начинается уже отсчет. На тебе. Такс, у нас тут массовых атак, к сожалению, нету, поэтому придется вот так вот расправляться пока с ними. Так, хан делает на нас дебаф, понижает нам защиту. Да ну хорош, ну что это за дела-то такие, эй. Вот что ты снимаешь, там никаких у тебя нету дебафов, он что-то там снимает с себя. Странный, конечно, он. Так, морозилочка ушатала. И Рокстеди добивает Пита. Поэтому побежали дальше. Так, элита 3 звезды, 66 ранг. 13-16, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, опять, друзья мои, не успею я эту серию выложить сегодня, именно в понедельник, поэтому придется мне и до этого серии, которая была у меня, выпускать, получается, во вторник. Ну и, соответственно, буст тоже будет выходить, наверное. Тьфу ты, какой вторник-то, о чем я говорю, ну-ка. Какой вторник, ё-моё. А хотя, да. Да, получается. Получается во вторник. Только что просто посмотрел по часам. Да, во вторник. Ну, ничего страшного, ребят. Главное, что они выйдут. Так, ну что, а мы уже в самураях. 13-16. Ну, давай возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. 56 уровень. А у нашего противника какой, кстати, уровень? Я что-то не обратил внимания. Пока 34-й. И он даже не собирается к нам приближаться, да? Ну-ка, бомбочка. И остается Ванюша один. Все. Без особых проблем и каких-то там затрат трудов мы продвигаемся дальше. Смотрим. Угу. 14-17. Раз, два, три, четыре. 5. Погнали. Сделаем, наверное, волну огненную. Так, дальше. Ё-моё, ну куда. Прикинь, все залечил. Абсолютно все, чтобы отняли с собой огненной волной, он все залечил. Вот муха навозная, бесявая. Ага, минус троечка. Добьем. Добили. Прекрасно. Очень даже хорошо. Так, ну что же, друзья. Переходим в самурай 2 звезды. 72-я позиция. Так, 14-17 это у нас было. Мне нужно. Че, только 14-18 дают? Ну ладно, хорошо, давай. Но. Судя по тому, как мы продвигаемся и как нам дают кубки с каждым разом, буст не получится. Вот что я могу тебе точно сказать, что буста сегодня не будет. По моим, наверное, будет Сёгун 2 звездочки, это на максималку, что мы сегодня сможем добить. Потому что очень как-то плохо пошло у нас все. Давай как наичи. Дони, да, выжил? Ну, это ненадолго. Ну, как-то так. Смотрим. Ну да, мы даже в самураях не можем сразу пролететь за один бой. Нам надо два поединка, чтобы повысить один ранг. Вот такие вот петрушки. 14-18. Раз, два, три, четыре. Пять.
попробуем. У нас массовых атак есть тут? Нету. Только Рафаэль есть. Ну давай Рафаэля подключим с его массовой атакой. Так, Эйприл, уйди отсюда. Ванька, наверное, бомбанем. Давай Ваньку. Прекрасно. Так, Рафаэль, отдачу. Крис Брэдфорд со своей золотой медалью. На тебе. И добивка. Ну что, тут прекрасно разобрались. Спору нет. Так, ну что, вот и самураи 3 звезды. Позиция у нас 65-я. 14-18. Ну что же. Ну, а может быть, наверное, 15-19 нам здесь не светит, да? Заработать. О! Заработал. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, друзья мои, они только переходят на полтинник, а мы уже практически... Да не практически, а на 70-х уровнях мы. 70 уровней бойцов, то есть, соответственно, ну это будет крах. Крах инженера Гарина. Начнем с этого удара. Плюс выходит Шархан. Выходит и, как говорится, всех валит. Поэтому продолжаем. Да ну хорош. Блин, я даже... Да. Это нужно два поединка для того, чтобы перейти на новый ранг. Ну где же эта справедливость, да, друзья мои? Это я только в сёгуны зайду, получается. Две звезды, это я еще под вопросом, я тебе скажу. И видишь, буст раз на раз, ребят, не приходится. Иногда можно офигенно пройти его, да? Довольно успешно, а иногда можно очень отвратительно, как, например, сегодня у нас получается. Но ни туда, ни сюда, ни в какие ворота это не входит. Я только сейчас перейду в сёгуны. У меня уже бойцов там нет, а я только в сёгуны перешел. И они сразу же мне дают 15-19. Ну, понятное дело. 71-й ранг у Пиццелицева. Сейчас будем тут бомбить. Как бамбучу. Давай, наверное, руку вот отсюда уберем. Плюс ракеты от железноголового. Ну и все. Никаких абсолютно, ребят, проблем. Ну, даже не перешел. Ну ничего, ничего. Завтра я им устрою карнавальную ночку. Так, ну что, Хламона, стоите, да? Стоите в ожидании меня. Ну, сейчас вам Усаги пропишет пару горячих плюшек. Как вам, понравилось? Вот то-то и оно. То-то и оно. Ну... Ребят, сёгун 2 звезды. 15-20. 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, если мы дойдем до сёгунов 3 звезды, это будет уже, ребят, хорошо. Так, Роквелл минус. Да, давай бомбочку бросим, да и все. Че я тут буду париться, выпендриваться, да? Прекрасно. Ну давай. Так, 44-е место. Блин. Ладно, 16-21. Не дают они мне выше, ребят. Ну все, а там получится поединок из двух персонажей. Соответственно, что-то там супер-пуперского от них ожидать даже не стоит. Давай, банзай, вертушка. Да ладно, ты серьезно?
62-й ранг противника выжил против 100-го. Вообще круто. Ну да, мы только-только заползем с вами в Сёгун 3 звезды, получается. Так, я попробую сейчас. Ага, 16-21 есть. Ну тут два бойца всего лишь, 3. Даже никого добавлять не буду, этого должно хватить, чтобы мы перешли. Давай, маузеры, вжариваем. Все тут без разговоров. Просто уронили наших противников на изи. И, да, ребят, Сёгун 3 звезды, 89-я позиция. Слабенько, очень слабенько. Но ничего другого я не мог, ребята, поделать. Так, ну что, пойдем быстренько пробежимся по серии испытаний. Возьму Лео. Так, так. Такой вот командой побежим. Нету. Тогда давай такой размашистый удар. Минус к север. Монтес. Что-то они все на зэка прыгают. Ха. Готово. И заключительная волна. Так, Армагон, Леонардо, давайте. Целиться вам мучаем. Ракеты. И вертушка. Ну, в принципе, и все. Ох, нифига. Ты смотри-ка. Шреддер устоял. У него было очень мало здоровья, и он, ребят, все равно устоял. Так, дальше идем прокачивать. Так, пиццелицу мы поднимаем уровень. Так, 73-й. А по скиллам мы прокачиваем Кунэйч, по-моему, да? Так, 10 ящиков с инструментами. Раз. Два. Три. Так, 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Отлично. Так, ящики сделали. Прокачиваем. Так, по-моему, у нас уже и задание выполнено, да? Да, все абсолютно задания выполнены. Забираем тут награды. Так, пойдем-ка мы. А в испытание. Так, Усаги против духа. Но это для тех, кому нужен Усаги, ребята. А я быстренько пробегаю вот этот вот первый эпизод для, соответственно, фарма жетонов. Нам осталось там совсем чуть-чуть. И мы получим с тобой еще 3 ДНК на Роквелла. Подожди, какой чуть-чуть? Мы же в прошлый раз, по-моему, чуть-чуть набивали. Так что 710. И это, по-моему, последний раз, да, когда нам нужно набрать 710 жетонов. И у нас Роквелл, получается, будет прокачан на фулл звезды. По-моему, так. Угу. Ну и все. Здесь все прекрасно. Так, будьте добры, покажите мне, пожалуйста, сколько... А, нет, ребят, вот. Вот, все-таки надо чуть-чуть нам. Угу. 710. Да ну хорош. Всякая дребедень лезет. Только не то, что мне нужно. Ну что, осколки у нас собраны. Но мы не останавливаемся, мы дальше идем. Чем быстрее мы наберем, тем быстрее мы накопим на нашего Роквелла.
Я, кстати, не посмотрел, в этих событиях-то там нигде он не разыгрывается, Рокул. По-моему, нет. Так, сколько у нас там еще? Ага, две попытки последние. Раз. И два. Все, под сухую мы вычистили. Так, друзья мои, ну что, приобретаем. И остается еще одна попытка, ребята. И все. И все. С фармом персонажей будет закончено. Ну что, друзья мои, а я буду тоже заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.